Александровна, бухгалтер ООО «Лесной Уралсбыт». Мы просим вас подняться на сцену. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня работника леса благодарственным письмом управляющего Северным управленческим округом награждаются Беленький Александр Николаевич, водитель грузового автомобиля ООО «Лесной Уралсбыт». Мы просим вас подняться на сцену. Ждем, бегом за своей наградой!